3 июля депутат Народного созыва, председатель Федерации профсоюзов Луганской Народной Республики Олег Хакимов с рабочим визитом посетил город Петровское, где была организована встреча с местными жителями. На встрече также присутствовал глава администрации города Красный Луч Юрий Кондратенко. Олег Хакимов ответил на все наболевшие вопросы жителей, такие как судьба казенного химического объединения, транспортное сообщение, медицина и многое другое. Результатами встречи остались довольны.